Так, да. Фотографы, фотографы. Все? Дайте я тут поучаствую. Впервые в истории арт-поэта Бакла с большим перевесом выиграли тяжеловесы поэты. Да! 91 балл. Но наши замечательные актеры, мы не будем оглашать результат, у них была прекрасная возможность познакомиться с современной, актуальной поэзией. И то, что поэты оценили их чтение, по-моему, это самый главный результат. Ну что, да. У нас интрига случилась, перелом случился, а то все актеры два года подряд. А можно сказать, вот кто из поэтов лучшие результаты продемонстрировал? Ленинко, 10 баллов. А я, Илья, здесь, да? Это тебе на память. Книга под чудным названием «Гони». Гони дальше, Илья. Вот. Это, между прочим, интернациональные бестселлеры, как сказано на обложке. И эти книги нам любезно предоставил торговый дом «Светоч». Друзья, у вас ангельское терпение. Мы сидели и слушали стихи больше 2 часов. Это тоже потрясающий результат. Вот. Всем спасибо. У нас перерыв, а в 5 часов мы... Вот закончили музыкой, а у нас будет просто музыка. Мы будем искать поэзию в музыке. А это будет в 5 часов. А в 6 часов мы завершим наш фестиваль. Вечером «Палиндрома» выступит Борис Гринберг, который подведет итоги вот конкурса палиндромов. Еще есть у вас шанс оставить здесь свой палиндром, вдруг кто-то его придумал, вот, находясь здесь. Вот, спасибо еще раз. Похлопаем актерам и поэтам.